Девушка вся в свете хаки и девушка с сумкой цвета хаки. Добрый день, девчонки! Сегодня прекрасный солнечный день. Прекрасный солнечный день. Народ с удовольствием прогуливается. Я иду навестить Мелиссу. Заодно хочу рассказать последние новости, пока вы смотрите Street Style. Держит собаку, чтобы не напала на другую собаку. Вот смотрите, какой красивый красный цвет. Зайду-ка я сегодня после обеда, наверное, Макс Мара, чтобы посмотреть, какой у них красный цвет есть. Но там полупальто, а не длинное пальто. Так. Ой, все время эта собака в моем видео. Белая, американский стаффорд-терьер, да, по-моему. В Москве у меня была собака, американский стаффорд-терьер, тигрового окраса по имени Тайсон. Огромная. И спала со мною. Спал, то есть, мужского рода. Мой мужчина в Москве все время сердился на меня. Почему ты все время говоришь в женском роде о Тайсоне? Потому что для меня собаки все женского рода, потому что собака. А вот они, вот эти вот короткие джинсы. Видите, вот новая коллекция Флавио Кастеллани. Голубой цвет, светло-голубой, светло-розовый. Все вот эти вот цвета. Красивые цвета на весну. В общем, случилось следующее. Так, покажу я вам сегодняшний мой лук, как позавчерашний. Единственный прибавился платочек, фуляр. Как же их называют? Твилли, длинный эрмес. Прибавилось сюда. Все остальное то же самое. Джинсы Louis Jo с отворотом, которые мне были какое-то время маленькие. А сейчас впору, потому что я очень похудела. У меня вообще не осталось вот здесь вот. Как китаянка стала плоская. Всем привет, всем добрый день. Случилось, что вчера вечером где-то в 9:40 позвонила, написала мне моя подруга, другая итальянка, наша третья подруга. Хотя она больше мне подруга, чем другая. Мы с ней раньше подруги из фитнес-клуба. Познакомились в фитнес-клубе. Видите, как красиво кораллово-красный цвет. Контраст. Ой, сегодня такие все красивые, нарядные весенние женщины. Я так надеюсь, что вы слышите, потому что я включила аурикуляры, наушники. И, в общем, она сперва позвонила, я не услышала, потому что у меня был телефон закрыт, как он называется. Громкость была закрыта. А потом я увидела, написала ей, говорю, ты мне звонила, я тебя пропустила. Она мне пишет, я с тобой хочу поговорить. Можно поговорить сейчас или поговорим завтра? Я как хотела с тобой поговорить насчет нашей подруги, которая вы... Я же сразу заблокировала в пятницу. Я была так рассержена, сразу заблокировала и WhatsApp, и телефон ее, чтобы она...
потому что у нее это есть. Она сразу начинает перезванивать. Она потом чувствует свою вину и начинает перезванивать. Я ее, кстати, третий раз уже блокировала за все ее провинности. Это не в первый раз. Ну, в общем, потом, как всегда, конечно, я отходчивая. Одна написала правильно. Fire, как ее зовут, наша подписчица, зрительница, написала, что Жасмин всепрощающая, простит быстро. Есть такое у меня, не люблю я долго сердиться и обижаться. И, в общем, и она мне перезвонила и говорит: Жасминка, вот мне звонила наша подруга, она спрашивала, рассказала все, что случилось, она очень переживает, ей плохо, ей грустно, пожалуйста, разблокируй ее, она хочет с тобой поговорить и попросить прощения. Ну, сделала она такую, говорит, эту легкомысленный разговор. Но не сердись, разблокируй ее. Я говорю: ничего себе, говорю, легкомысленный разговор. Винить меня, что меня травил другой блогер, потому что я ее чем-то там в прошлой жизни чем-то задела или обидела, или что. Я говорю, слишком легкомысленно и слишком некрасиво так думать о своей подруге. Надо было сперва у меня спросить, а не разговаривать с хирургом, которого знать не знает на эту тему. Хирург откуда знает, что было между мной и блогером? Он же ее никогда в жизни не видел. И потом я с тобой дружу лет 6, даже 7, наверное. Я ни разу в жизни, я тебе все рассказываю, ни разу в жизни не рассказала о другом блогере. Я начала о ней рассказывать только тогда, когда она начала меня травить. Из этого уже можно делать вывод, что я вообще ни при чем. Я же такой искренний человек, открыто. Я рассказываю все, что происходит с подругами. Хотя меня сколько раз предупреждали, что не стоит это делать. И, в общем, она меня настоятельно попросила, я так подумала тоже, ну, если она на самом деле переживает тоже, грустит и хочет попросить прощения, то я, наверное, завтра утром или после сеанса психотерапевта в 3:30 посоветуюсь еще и с психотерапевтом. Конечно, психотерапевт итальянка, она скажет: разблокируй ей все. Не стоит терять подруг из-за третьего человека, который столько травли сделал, еще из-за нее, еще и подруг, дружбу терять. Я сама это понимаю. Я даже потом, сегодня утром я проснулась и часа в 9 разблокировала, не дождавшись сеанса у психотерапевта. Она мне сразу начала писать в WhatsApp: «Ой, я так рада, что ты меня разблокировала». Все такое. 5-6 страниц написала, извинения попросила. Я тоже была довольна. В общем, 2-3 дня прошли. Это случилось в пятницу вечером. Сегодня понедельник, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. 3 дня прошли. И получается, что уже все отошло. Но все равно это вот урок на всю жизнь, что все-таки я больше не буду выходить ни с какой подругой и с моим мужчиной, тем более с мужчиной, которого сама-то почти год всего знаю, не больше года. Поэтому, хотя он тоже, хирург, принял мою сторону, потом успокаивал меня, я так плакала, так расстроилась вообще, говорю: что такое вообще происходит? Без вины виновата я все время. Если даже подруги такие какие-то подозрения имеют, так поговори со мной сперва. 8 месяцев, 7 месяцев ты слушала, могла у меня спросить, зачем это сидеть и разглагольствовать с абсолютно чужим мужчиной, который знать ничего не знает. Он знает столько же, сколько знает и она, потому что обе не знают эту нашу вторую блогерку. Поэтому из-за, вот видите, все-таки одна неприятность ведет за собой другую неприятность. Получается, что
Получается, что из-за вот этой вот травли чуть не поссорилась с подругой, с которой уже 6-7 лет дружу, уже не помню сколько лет даже. Такое ощущение, что мы с ней дружим уже с детства, со студенческих лет. В общем, пойду я в сторону немножко туда, где остановка, буду на остановке ждать, потому что они живут очень далеко на другом конце города. И вы представляете, La Perla закрылась. Было написано, что все закрыто. И я говорю, я ей тоже пишу. Ладно, говорю, давай забудем. Конечно, я послушаю мнение всех моих подписчиц и зрителей, что теперь надо быть всегда настороже, что все равно что-то там хрустнуло. По-итальянски будет колкозе. О, даже не помню теперь слово. В общем, дело идет к тому, что мы с ней помирились через WhatsApp. Я все-таки приняла решение Соломона, соломоновское решение, не терять подруг из-за Безбаяна, из-за проблем с Безбаяном. Я думаю, я надеюсь, что я приняла правильное решение. Вперед с месяцами в будущем мы это поймем, правильно я решение приняла или неправильное. Поэтому посмотрим. Вот такие вот новости. Но так как я сегодня немножко занята, а она после обеда работает, мы с ней встретимся. Завтра я точно поеду в термальные воды, пока есть... Ой, смотрите, новую витрину повесили. Пока есть солнышко. Что это? Цвет горошка, да, это называется? Зеленый горошек. Цвет зеленого горошка. Это интересно. Это прошлогоднее. Если здесь есть скидка, значит прошлогоднее, да? А, да, всего 20%, вы представляете? 364 евро стоят ботинки. Вот эти вот сумки Заналата. Вон она еще и зеленая сумка. И шаль темных цветов. Но по цвету подходит к этой сумке. Шаль, которая висит, да? Или это платье висит? Не могу понять. А, это платье висит. Через сумку что висит, девчонки? Фуляр или платье? Не могу понять. Короче, моя злость на нее прошла. Это даже не злость была, а шок был. Если честно сказать, это был шок. Твинсет. Это тоже прошлогоднее, по-моему. Потому что зимние амфибии. Мой шок прошел. Но, конечно, я буду чуть-чуть теперь настороже. Твинсет. Юбка в складочку. Вот эти вот, наверное, новые ботинки, да, или что? Но что-то слишком рок для моего вкуса. Это что, сандали летние уже? Ну, вот этот вот стиль мне нравится. Мне кажется, вот у кого немножко обхват живота, жиры на животе есть, вот такие вот вещи надо надевать, которые скрывают, вот как вот это вот светлый комплект. Скрывают эти излишки жира на животе. Всем пока!